Стоимость данной посылки у нас 83 цента. У продавца указано, что здесь на фотке, по крайней мере, два фонарика в шкаф. Вот таких вот, которые срабатывают от открытия и закрытия. Момент в чем? Один он здесь или нет? Потому что там указано было умножить на 1, 83 цента. Да, все-таки один. Продавец немножко обманывает, на фотографии пишет, как будто их два, но он в итоге у нас один. Еще есть момент. Некоторые продавцы кладут батарейки, а этот продавец жлоб. Здесь у нас батареек нет, поэтому протестить их прямо сейчас будет сложно, надо найти батарейки. Этот светильничек заказывал Макс. Я себе заказывал комплект из 4, по-моему, штук. Не помню, надо посмотреть в заказах. И там они шли с батарейками. Это прям в комментариях, в описании, в отзывах писали о том, что там идут батарейки. И стоили они примерно точно так же, как и этот. Но здесь нет батареек. И момент в чем? У меня эти светильнички до сих пор не пришли. Прошло уже месяца 4. И возможно, именно из-за того, что здесь использовались батарейки, почта не пропустила данный товар. Поэтому выбор за вами. Если вы хотите, чтобы 100% пришло, можете заказать без батареек. Если вы хотите попробовать заказать за ту же цену с батарейками, заказывайте с батарейками. Но не факт, что она придет. Если что, в описании я помещу две ссылки. Там, где 100% идет с батарейками, и там, где идет вот этот вот, именно у этого продавца, без батареек. Момент в чем? Сюда используется батарейка 12-вольтовая. Такая же батарейка, которая используется чаще всего в ключах для сигнализации, то есть автомобиля. И эта батарейка стоит не очень дешево, но в то же время их можно заказать на AliExpress. Вдогонку мы их не заказывали, думали, что она будет здесь включаться InCloud именно вот в этот вот светильничек. Как вы видите, фонарик работает, все хорошо, но я не смог его установить себе в шкаф, потому что он просто-напросто не подошел к моему креплению вот этому, вот куда устанавливается вообще этот фонарик. Вот это у нас получается прислоняется к двери. То есть оно у нас выключается, получается, когда отходит дверька, оно включается и освещает вам полочки, шкаф или же, не знаю, кладовую, насколько ярко, тут уже как бы нужно для самого себя решать, нужно оно вам или нет. Вот такой вот простой товар, тут по сути пластик, 3 светодиода и включатель, то есть кнопка. Если что, ссылка на него будет в описании. Всем спасибо за ваш просмотр, всем удачи, всем пока.